вздрагивает. Огонек, лампадки, в полутемной детской тихо, жутко, в кружевной и розовой кроватке притаилась робкая малютка. Кто там? Будто кашель домового. Там живет он, маленький белый. Боже, не зашкапал платье новое. Не вина выходит, злая грязь. Она смотрит. Где же девочка в кроватке? Девочка с огромными глазами. Мама, но у мамы гости. В кухне кухоты. Страшно встать, но спать еще страшнее. Где он, ангел светлокрылый? Милый ангел, приходи скорее, защити от крысы. Стихотворение
Мигеля де Унамуно. Это он жил во времена больших перипетий в Испании, был многодетным отцом. И я вот немного читал его стихотворений, но которые прочитал, вот это очень как отца, хоть и не многодетного, но... Чего, сынок, ты плачешь? Горько так и слезно. Я узнал, что буду взрослым рано или поздно. Что ж, тебе любое дело станет поселенком. Не хочу, хочу остаться навсегда ребенком. Еще хуже. Я не знаю. Я просто не знаю. Прям как у нас. Ну, значит, ну, здесь мне нужно обязательно предварить. Вот чем. Это такой. Это и завершающее будет, потому что оно на самом деле жутко длинное. Это стихотворение Константина Куксина, создателя музея кочевой культуры и такого замечательного поэта. Оно посвящено, это такое очень языческое, но там, мне кажется, все, что, ну, все, что близко каждому, несмотря на то, что там упоминаются
разные, ну, такие вещи. Ну, в общем, это, наверное, то, что... Ну, для меня это является неким... Ну, это то, что, ну, то, что может... Ну, вот когда, да, как блюз, это когда человеку плохо. А вот это такой блюз, который, ну, меня, ну, во всех случаях меня способен, при том, что он как бы абсолютно без радости, но он способен как бы меня вот вернуть в какое-то состояние более-менее жизнеспособное. Я еще раз извиняюсь, что я как бы этим... Ну, мне кажется, что сегодня предполагается нечто терапевтическое, хотя бы для самого себя. Там киче – это обращение к внуку, а па – это бабушка по-тюркски. Киче, слушай, за дверью юрты забывает, поет пустыня, то не волк, не холодный ветер, говорят с нами духи предков. Духи предков ждут угощений, ты им дай молока из чашки, брось в огонь бараньего жира и проси их мудрых советов. Расскажем мне другую сказку. Киче, слушай, вот голос деда. Он ушел, а пустыня за стадом, как давно черногрянула в нюха. Говорят, Сандер-Грин его принял. Он пасет небесных верблюдов, на которых привозят солнце и луну, катают по небу. Мой Киче, ты гордишься ли дедом? Я горжусь опалом, мне страшно, этот ветер все не утихнет. Киче, слушай, другие стрелы поражает врагов, как прежде. Он ус...
слов набег на соседей. Знай, Гичен, твой отец был воин. Отец был воин. И он смерть на достойную принял. Я знаю, папа, и все помню. Я сполна отомщу за себя. Фестиваль авторов, да. Исполнителей.
Меня жена заставила повторить одну более веселенькую. Я просто, ну, получается, что в таких ситуациях я могу обращаться только к словам тех, кто, ну, более мудр. Слово, я вот оно как бы сочинилось, я понимаю, что оно там должно быть, но оно вот мне каждый раз неприятно его произносить, но мне приходится его произносить. Это моя душа уродлива, как сон, который мне приснился бы с похмелья. После глотания пристального зелья воображаю странный дом. В нем нет двух стен, он держится на двух, и в нем нельзя сказать ни слова вслух. Он разойдется и сейчас же рухнет, и обязательно опухнет. Если давать название стенам, название их любовь и дружба, когда гремит над головою гром, бывает их так страшно нужно. И этот дом без этих стен колышется. И сколько ты не добавляй взамен, с ним не прокатит легких тем. Тем, чей дом лишь угол, где открытый всяческим ветрам, где дует вечный ураган, где становлюсь я тупо мудр. Искать, искать скорее стены и не садиться на измены. Все сделать, чтобы их найти, кто б не попался на пути. Сами привлекут, будь ты хоть шут, хоть редкий плут, они сомнения отметут, и в жизни жизнь мою дают. Я не пройду случайно мимо, и я узнаю их по спинам. Они взаимны, неминуемо. Я им понравлюсь, не обессудно с почтением обращусь и с восхищением поклонюсь. За ручку в домик приведу и домик домом назову. За ручку в активном поиске.